Добрый день, друзья! Сегодня 28 февраля, и я сейчас нахожусь на центральной набережной города Алушты и хочу вам показать один магазин. Это магазин правильной продукции. Сейчас посмотрим. Друзья, вот я зашел сейчас в этот магазин и покажу вам продукцию этого магазина. А, и еще раз, скажите, пожалуйста, как он называется, ваш магазин? Вайн-Маркс. Вайн-Маркс? Маркс, да. Так, друзья, давайте пройдемся и посмотрим. Так, и давайте начнем сразу. Покажите, пожалуйста, авторские вина. Давайте как авторские сюда. Авторские вина чуть дальше. Давайте представлю. Пройдемте с вами. Вот, посмотрите, какой огромный выбор. Валерий Захарин, бокал «Сувенечка», вот. Да, автохтонные его вина. Альма Хиллс, Бухта Омега. Это уже, ну, авторские вина, это виноград, это где произрастает в данной местности. Да, они частные делают... виноделы. Ага, ага. Вот, давайте, друзья, посмотрим. Так, и еще, вы говорили, Олег Репин, да. Давайте посмотрим. Это вот эти, да? Олег Репин, да. Да, тоже авторские вина. Усадьба Перовских, чуть ниже. Так. Тоже линеечка, зонтики у них. Ага, да. Графская балка. Графская чуть ниже балка. Вот усадьба Перовских представлена. Вот, друзья, здесь можно приобрести эти уникальные крымские вина. Магазин расположен на центральной, на набережной, напротив Райс. Правильно, да? Да. Как раз на мостике. Да. А, тут у вас, наверное, там еще и сверху и гостиница будет. Здесь? Да. Ну, значит, этого не знаю. Вот, друзья, давайте посмотрим сейчас внимательно с вами продукцию этого магазина. Все, спасибо вам. Пожалуйста. А я сейчас еще поснимаю здесь, посмотрю. Да, пожалуйста, здесь еще тоже крымские вина, здесь шампанское. Ага. Так, это Севастопольская золотая балка. Да. Золотая балка. И, а Новый Свет у вас Новый представлен? Свет чуть дальше, а, чуть да. дальше. Есть Коктебель, Балаклава, Инкерман, Солнечная долина. Вот Солнечная долина. Шампанское, как вот раньше было. Орианда, Новый Свет. Ну, Новый Свет — это подвалы князя Голицына. Конечно. А я буквально недавно там был и снимал там на завод шампанских вин. У них там уникальное шампанское есть такое, называется Парадизио. У нас было. Было, да, но оно такое не дешевое, да. В Лазе, да. Да, у нас конечно. Одна бутылочка была. Забрали, да? Забрали. Ну да, это такое эксклюзивное вино. Оно вкусное очень, да. Мы приходили, спрашивали, но, к сожалению, больше нет его. Вот, друзья, шикарный просто выбор. И там представлен у вас еще, я видел, грузинский. Есть, да, и Грузия, давайте Испания, я сейчас... и Чили. Импортное вино. Ага, сейчас посмотрим, друзья. Коньяки, водка тоже ассортимент. Ну, будем так говорить, не будем рекламировать свой край. Есть Испания, тоже акции сейчас хорошие. Вот где красные ценнички, все скидки. Дальше так. У нас идет Италия. Это вот, друзья, линейка итальянских вин. Италия, немножко Португалии, Греции. Но Португалия не крепленное, все сухое вино, да? Португалия, или Порто? Там крепленные есть. Есть крепленные. Да. А давайте Херес, посмотрим. Мадера, Портвейн. Так, вот на этой линеечке, где мы тут увидим, вот здесь есть и крепленные вина. Это уже чуть идет Германия, там ага, Япония. Ага. Япония, ну не со змеями хоть? Не со змеями. Нет. Все съедобное. Все съедобное. Так, и вот эта линеечка у нас. Это у нас все идет Франция. Ну, и красные тоже есть французские вина, да? Да, ага. Конечно, и розовые, и красные. Чуть ниже есть Израиль. Баркан. В Грузии есть и подарочные варианты, да. Большие. А, вот это подарочные варианты, да? А, да-да, вот я вижу вот этот. 3 литра, 5. О, впечатляет. Да, друзья, впечатляет. 5-литровая бутылочка. И это подарочные.
вот это, да, на этой линейке чилийские вина. Ну, вот все вот это. Ага, все, я понял, понял. Дальше уже. А, это уже грузинские, да, я вижу. Угу. К сезону будет ассортимент. Хванчкара. Знаменитое вино. Алазанская долина. Вообще уникальные вина. Друзья, и вот в этом магазине есть селфи-зона. Вот на фоне такого панно. Можно на кресле сесть и сфотографироваться. Будет память о Крыме и об этом магазине. Так, а вот это что? Это свечечки здесь, да, зажигают? Ну да. Ага, такой фонарик. Интересный. Друзья, и также можно здесь приобрести и виски на большую компанию. Да, это, наверное, бутылка такая, что два раза бегать не надо. Это вот линеечка Граппы. Раньше в Алуште есть такая деревенька, Лазурная, тоже выпускали Граппа. Ну, еще, может быть, в каких-то магазинах еще она осталась. Ну, это такая виноградная водка, будем говорить. Ну и большая линейка массандровских ликерных вин. Друзья, вот такой я вам обзор сделал этого магазина. Я думаю, видео вам понравилось. Ставим обязательно лайки и подписываемся на мой канал. И напоминаю, что с вами был канал Дневник коренного крымчанина. Всем удачи и добра. Увидимся.